Друзья, всех приветствую! Сегодня наконец-таки у меня дошли руки до чистки, до сортировки монет. Прошел весь полностью сезон 21 года. Уже начался, можно сказать, 22 год. Снега еще у нас местами много, земля остыла, но уже скоро откроем сезон. И поэтому сегодня я решил показать первую часть со своими находками, то есть которые были выкопаны в 21 году. Сейчас у меня дошли руки именно до сортировки. Некоторую часть уже отложил вот по разным типам, по разным годам монеты, которые я буду чистить, которые я буду сортировать, консервировать в том числе. Вот здесь даже отложил некоторые монеты, которые повторно будут очищены. В данном случае это вот, если кто-то помнит, 2 копейки кольцевые я когда-то нашел. Вот такая вот монетка, очень редкая, 1804 года, 2 копейки. Александровское кольцо очень редкое. Тоже нужно будет повторно законсервировать ее. Уже все покрытие куда-то делать, чтобы она не окислялась и так далее. Ну и здесь тоже несколько кольцевых монет в том числе есть. Например, вот деньга. Все монеты были эти выкопаны в прошлом году. Например, вот это. Одна деньга 805 года. Тоже надо будет ее хорошенько почистить и законсервировать. Ну и потом в следующей части я покажу вам еще вот этот ларец. Это уже будет в другой части. Сегодня покажу, какие именно отложил монеты для чистки, для консервации по периодам. Монеты в основном копаются у нас, начиная от Екатерины II, чуть ранее даже, и заканчивая Николаем II. Например, вот здесь представлены монеты Екатерины Второй, это уже даже почищено. Интересный экземпляр тоже, копейка 1789 года. Также вот Елизаветинская 1760 года. Ну, они у нас копаются в достаточном количестве. Эти монеты уже практически почищены. Некоторые вот здесь еще остались грязные, надо будет их тоже помыть и законсервировать. Руки никак не доходят до этих монет. Потому что много этого времени нужно скрупулезно чистить под микроскопом, вычищать. И таких много. Например, вот еще полушки. Все у нас полушки КМовские. Поэтому... Ох, одна даже сибирская копейка затесалась в этот отряд. Здесь у меня представлены, отложил павловские двояки. Интересные тоже экземпляры. Толком даже не чищены еще. Три двояка, это вот, которые я отложил. Именно первостепенная задача стоит почистить их и законсервировать. Сколько еще в этом ларце, не сосчитать их, конечно. Даже я не брался за это дело. Вот такие две интересные деньгушки 1798 года. Грязные еще совсем. Также копейки у нас часто попадаются, но в очень плачевном состоянии, например, это. Так, здесь у меня представлены еще другие виды монет. Это, например, николаевские двушки. Вот это все было в последнее время, в основном осенью выкопано. Некоторые, может, весной, это все руки не доходили чистить их. Трешка 46-го года. Это я, по-моему, где-то в воде ее нашел. И вот эти вот двушечки тоже интересные. Кстати, вот это очень редкая монета, 1839 год. Тоже лежит еще не почищена. Конечно, это малая часть монет, в основном какалики. Это я отложил более-менее хорошие, которые надо первым делом спасти. Здесь вот у меня чуть левее наложена куча монет, которые требуют чистки. Например, вот эта вот копеечка екатерининская тоже требует чистки. Есть вот такие экземпляры в плачевном состоянии. Сибирская монета, но в плачевном состоянии, я не знаю, тоже лежат без дела. Надо это будет все восстанавливать. Таких монет здесь куча. Вот еще одна отложил почистить. Надо будет потом в альбом положить. Эти альбомы я вам уже показывал.
с монетами. То есть эти вы видели. Ну, если что, пишите в комментариях, покажу еще раз. Здесь у меня пятаки, например, еще есть, которые я отложил на чистку. Вот это вообще шикарный, посмотрите. Я его, по-моему, нашел на форпосте. Даже, возможно, в том году. Точно не помню. Ссылки на видео я оставлю в описании. Можете перейти, посмотреть все ролики абсолютно. Вот этот пятак я тоже помню, нашел. Я его, по-моему, весной. Но он не требует особо никаких здесь процессов чистки. Грязь эту немножко уберу, законсервирую, и все будет с ним в порядке. Еще не один десяток лет прослужит в коллекции. Вот этот вот кольцевой пятачок тоже в плачевном состоянии. Одна сторона хорошая, вторая не очень. Также была найдена интересная деньга. Правда, состояние среднее, даже ниже среднего. Еле читаемый, даже, можно сказать, в плохом состоянии. 1805 года деньга. Эта монета была найдена осенью, уже по зиме, по-моему, даже я ее выкопал на старой деревне. Очень редкая монетка, 1 копейка 1811 года. Не простая, а, кстати, она КМ, здесь инициалы ПБ. Это очень довольно-таки редкая находка считается. Ну, еще один пятак вот, екатерининский. Так, здесь у меня справа представлены монетки более ранние, то есть это весенние у меня практически все экземпляры. Например, кто если смотрел ролик весной, я нашел вот такую монету. Это вообще нонсенс, это польский грош, 6 грошей серебряные, периода правления Яна Казимира. Очень интересная история, как она сюда попала, обязательно посмотрите по ссылке в описании, там я рассказываю, как она могла сюда к нам попасть. 1661 год. Если кто-то такие монеты находил, пишите в комментариях. Вот такая вот монета. Серебра у нас, в принципе, немного, хотя вот осенью я нашел две чешуйки еще. Тоже это старая распаханная деревня была. И вот нашел две чешуйки. Многие писали мне, что это периода правления Ивана Грозного. Если есть эксперты, то пишите. Вот такие вот две маленькие крошечные монеты. Как я их нашел, вообще уму непостижимо. Далее здесь что у нас есть? Ну, а, естественно, Сибирь, куда без нее. Сибири тоже хватает, например. Вот копейка 1775 года. Так что есть, как говорится, что еще покопать. Это вот экземпляры, которые не чищены. Есть вообще вот очень сильно в плачевном состоянии, зеленые все. Эти более-менее я оттер хорошо, нормально. Также вот двушка есть. Ну и полушки, куда без них. Все такие полушечки. Кстати, это очень редкая монета 1767 года. Я поэтому ее отложил, чтобы первой ее почистить. 67 год очень редкий. Ну, по крайней мере, у нас. Также вот есть обычные 68-го года, 69-го, 70-го. Они более распространенные у нас здесь. Вхождения были повсеместно. И теряли их сотнями, если не тысячами. Также вот здесь положил в коробочку, которую первым делом нужно почистить. Вот еще один экземпляр. Павловский двояк. А вот это, по-моему, кладовая монета, если я не ошибаюсь. Я поэтому тоже отложил в коробочку. Посмотрите, видите, такой зеленый круг идет. Как будто бы вот так две монеты, вот так они лежали, слипшиеся. И здесь образовалась окисленность. Тоже в интересном состоянии. Я думаю, почистится, будет хорошая и будет украшать коллекцию. Ну, естественно, вот такая была монета найдена. Это была найдена она в воде. Вся затертая, она песком отшлифованная. Ну вот за период, что она лежит с осени, она так немножко потемнела. Плюс я ее немного законсервировал вазелином. Пишите, друзья, в комментариях, чем вы консервируете монеты. Тут еще немножко советиков вот попалось. За последнее время эта кучка лежит. Это осенние все, по-моему. Да, это осенью я их накопал. 5 копеек 61 года.
Это 3 копейки 87 года. 20 копеек 54. Так, камера, фокусируйся. Даже серебро присутствует. Ну, очень редко, и оно, в принципе, ничего не стоит. Советов много у нас здесь. Но их надо искать. Я сейчас пропускаю, потому что бывает, думаешь, сигнал плохой, не будешь копать. А там может либо монета быть, например, вот советская. Ну и таким образом пропускаешь. Ну и также шмурдяк был найден в этом году. Куда без него. Вот они всякие. Ну это... Сейчас покажу. Это самые такие распространенные находки именно по шмурдяку. Но опять же... Шмурдяк шмурдяку рознь. Ну, например, вот это пуговицы. Раньше она была позолоченная. Даже вон грязь еще осталась, надо вычищать это все. Потому что по краям присутствовала позолота на некоторых таких найденных. Это от кадила или от цепочки. Может, священник потерял. Картечь, пули, запонки, кольца. Это все распространенное такое, что можно найти. Очень много у нас копается вот таких денег. Называется она деньга. Везде по-разному называют. У нас называется деньга курица. Потому что орел здесь похож на курицу. Также, естественно, у нас очень распространены в нашем регионе монеты периода правления Александра I. Двушки, копейки очень часто копаются. В основном они все в хорошем состоянии. Эти, правда, еще не чищены, не мытые абсолютно. После копа как приехал, так они в коробке лежали. Вот такие двушки интересные. Вот это вот интересное 1810 года. А вот это, например, 1811 года. Год разницы у них. Ну, практически отличия нет. Такие вот монеты. Также уже одну монету я почистил. Сейчас покажу. Это был мой самый любимый пятак кольцевой. Посмотрите, какой красивый, шикарный. Ну, конечно, он потерт, но все элементы читаемы. 1809 год. Кольцевой пятачок. Видите, он немножко блестит. Я его вазелином намазал, чтобы он... был законсервирован, чтобы никаких процессов окисления не было. Вот такая вот монетка. Часть монет я храню вот в таких вот пакетиках, чтобы они не терлись друг об друга, чтобы они не соприкасались и никаких дефектов не получили дополнительно. Либо в таких боксах я тоже храню их. Вот такие монетки. Это была первая часть, то есть я показал то, что я отложил первым делом для чистки. Вот в этом боксе у меня хранятся оставшиеся. Обязательно, друзья, вам покажу, только это уже будет во второй части, когда я это все почищу, рассортирую до конца и все это вам покажу. Так что, друзья, оставайтесь на канале, подписывайтесь, кто не подписан, чтобы не пропустить новые выпуски и вот такие монетки. В скором времени мы уже будем копать, то есть... Сезон, я думаю, ну, на следующей неделе откроем, потому что земля там, где я копаю, еще стылая. Смысла ехать нету. Снег хотя местами сошел, но все равно еще сантиметров на 15 земля вся промерзла. Вот такая вот получилась куча, которую нужно срочно почистить, привести в божеский вид, законсервировать, чтобы она не подвергалась никаким процессам коррозии. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, сезон у нас не за горами. И будут новые ролики с интересных экспедиций. Всем удачи, всем пока!